Это последняя фотография королевы Елизаветы, сделанная в ее резиденции. Несмотря на то, что она находится дома, она носит с собой эту черную сумочку. Зачем ей нужна сумочка, если она находится дома? На самом деле, эта сумка, которую она всегда держала при себе даже на публичных мероприятиях, выполняла очень важную функцию для королевы. Она использовала эту сумочку для передачи секретных сообщений своим сотрудникам. Если во время разговора она перекладывала сумочку из левой руки в правую, это означало, что она хотела закончить разговор. Если она клала ее на пол, то желала как можно скорее выйти из неудобной ситуации. И если она клала сумочку на обеденный стол, то хотела закончить ужин в ближайшие 5 минут.